Гэта навіны рэгіёна. У студыі Наталі Ігнатенка. Вітаю вас, глядзіце ў гэтым выпуску. Подзвіг нягаснучай славы. У дзень танкіста удзельнікі ваенных вучэнняў «Захад» 2017 усклалі кветкі да мемарыялу «Багратіён». Маёй краіне эстафету абласной грамадска-патрыятычнай акцыі на мінулых выхадных прыняў Рагачоў. Уладар сяла. На Гомельшчыне вызначылі пераможцаў маладзёжнага сельскагаспадарчага праекта. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка накіраваўся з афіцыйным візітам у Індыю. Заўтра ў Нью-Дэлі кіраўнік дзяржавы правядзе шэраг афіцыйных сустрэч з кіраўніцтвам гэтай краіны. Напярэдадні прыезду прэзідэнта Беларусі ў сталіцы Індыі адбыўся бізнес-форум. Прадстаўнікі беларускіх ведамстваў і бізнесмены правялі плённыя перамовы. Дасягнуты шэраг дамоўленасцяў па развіцці супрацоўніцтва. Да іншых тэм выпуску. Беларуснафта сёлета здабудзе з новых свідравін на тэрыторыі рэспублікі 91 тысячу тонн нафты. Гэта на 3 тысячы тонн больш, чым у мінулым годзе. І самы высокі паказчык за апошнія 20 гадоў, паведамілі ў прэс-цэнтры прадпрыемства. У дасягненні такога выніку маецца некалькі складаючых. Напрыклад, палепшыўся якасны выбар аб'ектаў для бурэння. Як плануецца, ў гэтым годзе агульны паказчык здабычы нафты складзе 1 мільён 650 тысяч тонн. Максімальны ж узровень быў дасягнуты ў 1975 годзе, амаль 8 мільёнаў тонн. Напярэдадні ў Беларусі адзначылі дзень танкіста. Свята ўстаноўлена ў 1946 годзе ў знаменаванні гераізму савецкіх бранятанкавых і механізаваных войскаў у вялікай айчыннай вайне. Мітынг у гонар воінаў-танкістаў, якія аддалі свае жыцці за вялікую перамогу, прайшоў на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу «Багратіён» у Светлагорскім раёне. Памятны знак у гонар адной з найбуйнейшых ваенных кампаній Другой сусветнай вайны. Знакавае месца для ўсіх, хто шануе гераічны подзвіг савецкіх воінаў. Але для танкавых войскаў гэта свяшчэнная земля. Менавіта з гэтага кутка Гомельшчыны пачалася беларуская наступальная аперацыя «Багратіён». На гэтых мясцінах былі непрахадзімыя балоты. Цаной многіх жыццяў савецкія пехацінцы змаглі па гацях абысці добра ўмацаваныя пазіцыі вермахта і пачаць наступленне. Я считаю, что мы должны помнить и чтить память тех, кто подарил нам мирное небо, спокойный сон в наших домах и просто позволил наслаждаться моментом. Ведь они сражались и умирали ради того, чтобы у нас все это было. Аддаць даніну павагі воінам і прыняць удзел у мітынгу. Да памятнага знаку «Багратіён» прыехалі байцы 51-й аршанскай гвардзейскай артылерыйскай брыгады і 4-й гвардзейскай кантемірыўскай краснознамённай танкавай дывізіі. Гэтыя падраздзяленні ў хуткім часе будуць прымаць удзел у вучэннях «Захад-2017». Мітынг памяці – дадатковы стымул для байцоў аддана выконваць ваенны доўг у гонар дзядоў і прадзедаў, якія заваявалі перамогу ў вялікай айчыннай. У многих из нас, кто сейчас ходит в строю и носит погоны, офицерские или солдатские, неважно, у многих воевали прадеды, деды. И каждый из наших солдат знает об этом, что нужно прилагать максимум усилий для того, чтобы стать лучшим в своей специальности, лучшим в профессии, чтобы не подвести ни товарищей, ни себя, ни командиров, и чтобы родителям не было за него стыдно. Ушанаваць памяць воінаў да мемарыяльнага знаку прыехалі і вучні мясцовых сельскіх школ. Пасля мітынгу дзеці разам з ваеннаслужачымі наведалі музейны комплекс. У адноўленых бліндажах праз дакументы, здымкі і ваенныя інсталяцыі перададзена гісторыя адной з самых вядомых ваенных аперацый 20-га стагоддзя. Наталя Капрыленка, Ігар Марышчынка, тэлерадыёкампанія «Гомель», Светлагорскі раён. 12 верасня супрацоўнікі следчага камітэта Беларусі адзначаць сваё прафесійнае свята і 6-ю гадавіну з дня стварэння службы. Святочнай даце ў Гомелі прысвяцілі цырымонію прынясення прысягі маладымі супрацоўнікамі і адкрыццё памятнага знака. Урачыстую прысягу прынялі 16 спецыялістаў, якія ў гэтым годзе паступілі на службу ў раённыя следчыя камітэты. Гэта выпускнікі акадэміі міністэрства ўнутраных спраў і юрыдычных факультэтаў іншых ВНУ. Разам з імі ўпершыню ў цырымоніі прынялі ўдзел навучэнцы класаў прававой накіраванасці, якія сёлета адкрыліся ў Гомелі. Школьнікі таксама зачыталі словы свайго першага клятвеннага абяцання. Кіраўніцтва ўправлення следчага камітэта Рэспублікі Беларусь па Гомельскай вобласці і маладыя супрацоўнікі таксама адкрылі памятны знак, прысвечаны 6-й гадавіне з дня стварэння службы. Я окончил Академию Министерства внутренних дел Республики Беларусь в 2017 году и прибыл на работу в Мозырский районный отдел Следственного комитета.
За это время я понял то, что эта профессия является моим призванием, то, что я хочу служить народу нашему. Мы прорабатывали вопрос о возможности высадки где-то в городе Гомеле аллеи сотрудников, которая будет посвящена или высажена сотрудниками управления Следственного комитета по Гомельской области. И остановились на парке Фестивальном. Мы выбрали, пускай небольшой клочок земли, где в октябре текущего года следователи Гомельщины высадят деревья и будут ухаживать за ними. Святочные мероприемства с нагоды Дня супрацовника органов попереднего следства протягнутся завтра. У Гомеле отбудется урочистый сход с уделом керавництва управления следчего комитета по Гомельской области, областного выконавчего комитета и інших гоноровых гостей. Протягиваем выпуск. У наступном году в Беларуси пройдут выборы депутатов у мясцовые советы. Организационная работа уже распачалася. Великая увага у передвыборной кампании отводится сродкам массовой информации. Гэтую тему обмерковывали на выездном посяджении комиссии Гомельского областного совета депутатов на базе газеты «Калинковицкие новины». Подробязности у корреспондентов телеканала «Мазыр». У 2018 году в Украине отбудутся выборы депутатов мясцовых советов. Важное политическое мероприемство повинно пройти не позднее за 20 лютого. Народные обранники представляют интересы людей и працовных коллективов, которые отдали за их свои голосы. Сродки массовой информации уже включились в предвыборную кампанию. Менавіта СМИ станут основной платформой для распаўсюджвання всех необходимых звездок. Газеты, радио, телебачення будут оповещать об хронологии выборчого процесса. С их помощью будет вестися агитационная кампания. Выездное посерджение на тему роля СМИ в осветлении питания социально-экономичного развития на передадне важной политической подеи вы решили провести на базе газеты «Калинковицкие новины». По выниках профессийного споборництва это выдание признано лепшей районкой в области. В преддверии политического события, я имею в виду выборы 2018 года в местные советы, очень важно нам оценить работу прессы, те мероприятия, которые проводятся в плане освещения политических событий нашего региона. Мясцовые СМИ – это посредник помежу уладой и жахарами района. У стагодзе информационных технологий газетам выживать непросто. Прихильника живого друкованного слова все меньше. Аудитория поступово перемещается в интернет. Редакция «Калинковицких новин» адекватно реагует на сучасные реалии. У нас создан свой интернет-сайт, и мы развиваем и работаем в этом направлении, потому что перспективы такие. Будет печатное издание, но и электронная версия должна быть обязательно. Задача мясцовых СМИ – ориентоваться на своего читача, прислуховываться до его меркования, улучшить пожелания, показывать достижения района и проблемы про житё особо узятого человека. И, вядома, закликать жыхароў района не застаться у боку от такой важной политической подеи, как выборы. Потрымка каждого особного кандидата – это выбор будущего ладу життя громадства. Виктория Синицкая, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр». Специально для телерадиокомпании «Гомель». На Гомельщині протягивается областная громадско-патриотичная акция «Моей краине». Черговым городом ее проведения стал Рогачов. Удел у мероприемствах приняли и наши корреспонденты. Початок о 11 године раницы, завершение о 21 године. До проведения акции «Моей краине» у Рогачове подошли не только за всю отказностью. Ее сделали сапраўды массовой. Причем и про особливости мясовой культуры так само не забыли. Несколько годов тому одним из первых у Беларуси тут начали выраблять ляльки-обереги. Инициатива оказалась настолько запотребованной, что эти ляльки теперь користаются популярностью даже за межами краины. Технология их вырабу наличивая не одно тысячегодие. На здоровье, на счастье. Подклеивается можно внизу бумажечкой, иголочкой, и можно в уголочек положить, и она будет оберегать вас. Рогачовский центр творчества детей и молоди стал инициатором и еще одной идеи. Пано «Моя краина» – выник агульной работы наставников и навученцев. Теперь этот твор займе годное место у экспозиции установы и будет выставляться на разных мероприемствах культурной накерованности. Меж тем, Рогачов стал 18-м районным центром, где прошла громадско-патриотичная акция «Моей краине». На одной сцене мясцовые выканаўцы и представники гомельских коллективов. Нягледзячы на протяглый марафон выступления, жадаючых принять у их удел, у якости коли не выканаўцаў, то глядачоў меньше не становилось. Іншая справа, что адрознить выканаўцу от глядача інша раз было зусім непросто. Засылаю песню нашу, припомним наш завод живёт, своих батьков самим садим, души
Дніпровщина – район, где культурные мероприемства заўсёды запатрабаваныя. Пляцоўка, где проходили концертные выступления удельников областной акции «Маю краіне», не пустовала с 1 мая до вересня. Кожную неделю тут проходили выступления мастацких коллективов. У рамках акции до их додали концертную программу с уделом лауреатов республиканских и международных конкурсов. Причем мероприемство провели не только в самим Рогачеве. Спортивные спаборництвы организовали на территории агрогородков. Мы этой акцией патриотической объединили нашу молодежь замечательную, наших деток, наших ветеранов, наших жителей всех. Всего города нашего и района. Меж тым, областная громадско-патриотичная акция «Маёй краіне» протягивается. У наступные выходные она пройдет у Чачерску, Светлогорску и Лоеве. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Рогачова. Делегации из 15 городов по братиму прибудут в Гомель для удела в урочистостях, присвеченных 875-й годовине первого летописного вспомину про город над Сожем. Керавництво областного центра проведет урочистый прием замежных делегаций. Чекается, что под час встречи будет подписан шерег документов об супрацовництве. Нагадаем, святочные мероприемства с нагоды Дня города пройдут в Гомеле 16 вересня. Официальное открытие свята отбудется на площади Ленина. Головные подеи будут разгортываться у центра города. Але выставы, презентации, интерактивные пляцовки будут працевать во всех районах. Завершальным аккордом свята станет фейерверк, який будет запущен из 5 кропок города. На Гомельщине подвели выники областного этапа республиканского семейного сельско-господарчего проекта «Уладар села». За перемогу змагалися семьи с 10 районов. По каких критериях вызначали лепших и кто у вынику стал переможцем, ведая Олег Сенцюров. Згодно с белорусскими традициями, любого гостя перш за все необходимо посадить за стол и накормить. Это мой финальное спаборництво начинается с демонстрации кулинарных здольностей удельников. Блины, бульбяные бабки и колбасы, печеные яблоки, липовый чай. Одрознение от городов у вёсках здолели заховать шмат, якія национальные кулинарные травы. Хоть только кулинарии здольности вёсковцев не обмежовываются. Андрей Давыдов из вёски Барщовка Добрского района пишет иконы, якія потом освящаются в церкви. Одна из них навод уже стала семейной заступницей. Икона, сделанная своими руками, с нагоды веселья. Мы отримывали благословение от своих батьков, когда брались шлюбом. Заховывая наш дом, нашу семью от бед, от хвороб, самое главное, от пожару. И она так и называется. Икона Божьей Матери, неопалимая купина. Проект «Уладар села» реализуется с 2007 года по инициативе Белорусского республиканского союза молоди. Его удельники – молодые семьи с детьми, которые проживают в сельской местности больше 3 года, имеют уластную подсобную господарку и працуют у вёсцы. Максим и Екатерина Одинцовы – работники КСУП имя Урицкого Гомельского района. Он живеловод, она оператор машинного доения. Кажут, что переезжать в город не планируют, у вёсцы лепше. Наоборот, очень даже хорошо, неплохо. Как бы желания нет в город вообще ехать. Свой огород, свои животные, все есть свое, зачем нам город. Нам и там нравится. Усе конкурсные испыты имеют конкретную сельскохозяйственную накированность. Распиловка бервина, робка и складирование дров перемагают самые спритные, але тут без взаиморазумения не обойтись. До того же в реальном житті с особными работами удельники конкурсу не сутыкаются. У домах центральное отепление, а на дворы для працовки присядибных участков хапая разностайных техничных пристосований. Але и у таким выпадку сельское житё от городского все ж таки отрознивается. Это у городе не каждый бачил живого коня, а если он по-ранейшему первый помощник, и дрова да поможет с лесу привезти, и бульбу на огороде выкопать. Об тем, что еще есть женщины у белорусских селах, подтверждая, именно конкурс по запрыганию коня. Как тут хапает терпение у самой живелы неведомо, они удельники вельми стараются продемонстрировать высокий класс. 24-годовая Виктория Лапчикова со Светогорского района, до речи мати троих детей, спочатку спробует помогать мужу, а потом берется за справу сама. Я не вижу, что... Аккуратно. Молодец! Все, время! 5 лет катаюсь верхом, умею запрягать и распрягать, могу спахать огород, побарановать, подарать картошку, все что угодно. Это не очень тяжело, это легко. А перемогу у областном этапе республиканского проекта «Уладар села» все лето отримала семья Давыдовых из Добрского района. Та же самая, у якой есть уластная икона «Заступница». Махчима яна допомогла им и на этот раз. Олег Сенцюров, Валерий Гапанько, телерадокомпания «Гомель».
Гэты, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць мой калега Міхаіл Садоўскі.